Thank you.
Всех приветствую. Сейчас будем летать в звеньях и не только. Буквально нужно мне 2 минуты, чтобы начать летать, так как сейчас будем созваниваться с одним игроком и будем вместе с ним летать. Так, что тут у нас? Так, полетели на центр. Кто тут с нами? Опа, у них 2 бобра, у нас 1, да? Нехорошо. Thank you.
Так, пойдет, в принципе. Так, мы сейчас будем защищать этот самый радар. Ну, видно будет. Опа, кого я вижу? Катажина к нам пришла, да? Так, ну что, мы неплохо защищаем наш радар. Плохих дядь не пускаем. Еще прилетит какой-то истребитель, надо его отправить в ангар, да? Посиди-ка чуть-чуть в ангаре. Это у нас что? Отлично. Отлично. Да ладно, что не умираешь ты? Вот другое дело. Кто тут еще за нами? Пиздуй, блядь. Нас хотел, да? Опа. Опа. И ты пошел в ангар. Сейчас развернемся красиво и дадим по щам. Отлично. Это с катажиной 3 или это без? Прям хочется понять. Сейчас катажа нам чечку принесет. Увидеть чечку. Не так ли? Ай-яй-яй. Кто это тут к нам летит? Отлично. Все равно уже. И так хорошо. Так. Ну что, друзья, победа за нами.
так вот. Хорошая работа, так говорится, да? Меня опять выкинуло с игры, блин, придется перезайти еще раз. Черт. О, что-то появилось. Что-то заходит уже потихоньку, да? Так, перезайдем еще раз. Thank you.
Алло, слышно? Алло. Не понимаю, что здесь происходит. Не понимаю. Вроде бы подлетел вот в друзьях. Что отсюда? Алло. Здорово. Слышно? Хорошо? Секундочку, прибавлю себе голос. Алло, слышно? Что-то я тебя не слышу. Чего я тебя не слышу, не знаю. Тут что-то дело в настройках, наверное. Слышно, нихуя. Здорово. Слышно, как все? Да, отлично. Хорошо, слышно. Слышно, да. Давай, давай. Ну, слышно? Отлично. Да я его не слышу. Видишь, нету этого голоса. Попробую отсюда. Только, блядь, мне же надо, чтобы оттуда было. Пиздец какой-то. Почему так? Можешь включить красную колонку? И это кабель черный надо. Алло, слышишь? Ну, ты у меня хоть появился уже. Все радует. Так, а давай я тебе попробую. Ну, эта ссылка есть же у тебя на мой канал. И не получается у тебя никак. Я когда с компьютера звоню. Ты слышишь меня сейчас, да? Да, да, я тебя хорошо слышу. А, ну тогда оставим так. Просто с компьютера что-то не смог дозвониться. Видимо, настройки нужны. Вот, поэтому пузит пока. У меня парнишка вон уже отошел, как говорится. Угу. Так что мы пока, в принципе, с тобой на связи, все то самое. Ну хорошо тогда. Летанем. Ну, что-то погоняем? Да, секундочку, я тут добавлю этот Bluetooth. Ну, давай, пробуй. Я буквально 5 секунд подскочу, давай. Окей. А ты сейчас тут, да? Или уже все? Ладно. Гарри, ты не знаешь, что рассказывать? Слышишь меня нормально? Да-да, хорошо слышно. Вот, смотри, дело в том, что как у тебя вообще, сколько народу там летает, и... Ну, давай, будем летать и будем тарахтеть. Угу. Просто я люблю, вот когда утреннем, вот как с тобой. Мы зашли и летим, и друг друга слышим. Это очень приятно, это очень хорошо и удобно. Я не знаю. И вот с ребятами, я говорю, я вышел как бы с клана. Ну, потому что
половина клана, ну вообще. Кто-то мне потом напишет каких-то неприятных слов, знаешь. А мне это очень неприятно. Вот зайдет один-два раза в месяц там, и такие люди, как бы, ну не по мне просто-напросто. Слушай, просто я собираюсь сделать... Пусть летать. Я хочу сделать отчеты, я хочу делать розыгрыши, подарки, отправлять в виде золота, например, премиум самолеты там каких-то уровней. Какие-то такие маленькие турниры делал. Я потом клан создал, чтобы этим заниматься, а не просто так иметь в клан и все как бы. Чтобы интереснее было. Просто. Понял, понял. Вот. Конечно. А вот ты мне скажи, у тебя люди реально, вот которые в клане есть там, они как получаются? У меня клан работает от вчерашнего дня. И у меня уже 5 человек есть. Я хочу собрать больше людей, чтобы было интереснее. То есть клан создан буквально вчера. Ага, вот как. Ну, а вообще, у тебя как они, сообщения, вот по Дискорду, допустим. Дискорд, да. Или просто они как у тебя? Нет, в Дискорде есть, которые из Германии, есть, которые из Болгарии, там, из Польши, из России, из Украины. Разные, кто я играет. Говорю, не имеет значения, я сам родился на Украине, понимаешь? И для меня тоже не имеет значения, под потому Москву. И говорю, будут летать все... Это... Лично для меня это вообще никакого отношения не имеет. Я очень сильно хотел бы, чтобы эта война закончилась. У меня сын сейчас живет на Украине. Понимаешь, я в России, он на Украине. Ну. Так вот, для меня эта война, я тебе скажу, вообще очень страшное дело. Вот прикинь, ему вот сейчас в марте, вот 23 марта, ему будет 18 лет. Угу. И как вот... Его сейчас заберут на войну. Не дай бог, я сына больше в жизни не увижу. Это как? Вот. Видишь? Да, да, вижу. Такое дело. Это страшно очень. Очень-очень страшно. Мы все славяне, как говорится. Мы все говорим на русском языке, и вот такое вот происходит. А какие-то америкосы, вот видишь, чем заправляют. Да, только у меня... обычные люди ничего волос, не изменят. Видишь? У меня голос, он все хуже и хуже. А то я сейчас до конца с тобой пока полетаю, ты меня и слышишь, наверное, перестанешь. Не знаю, сейчас, наверное, точно я простыл, наверное. Ну ты уже на заводе, я вижу. Да. Сейчас тут заберу кое-кого, помогу и будет быстрее. Так, ну я вот на пешке, я обычно, я 100 очей своих, я забираю в любом случае. Mm-hmm. Так, ты заберешь, да, эти, все, я ушел. Да, и куда летишь сейчас? Я на укреп пошел. По прямой. Да. Ой, хвосты, ну, ой, хвосты. Видишь, ты без клана летал, и пацаны говорят, да, у нас он ездит. Надо, говорит, тебе такого человека в клан, видишь, да? А ты живешь без клана, сам дал. Я во многих кланах жил, в разных, интернациональных. Только там неинтересно, они ничего не делают, абсолютно. Там никакой активности нет. Нет. Во всех кланах, вот где я был... Я? Они это тоже говорят. Мы, говорит, как бы мы не против. Кто там, что там. Лишь бы, как говорится, просто не быковать и все. Все мы люди, все мы одинаковые. То, что там идет перед нами, как говорится, я вообще... Вот одного пригласил тоже полетать. Друзья добавил. А он мне слава Украине. Вот понимаешь, я же говорю. А я ему пишу привет. И мне он сразу раз, он удаляет. Ну, что это нормально? Я считаю, это ненормально. Ой, такие тоже мне попадают. Я вообще ничего отношения к этому не имею. Он мне пишет, ну, просто не один раз, понимаешь? Каждый раз вот так раз, два, три, четыре, блин. Да. Блин, да ему разные. Пусть говорит, что ли, сколько хочет, только... Я считаю... Ничего не поменяется. Не крутишь. Что бы в нашем мире не было, ты всю жизнь, как говорится, оставайся человеком, да и все. Остальное это такое. Да. Подчиняться этому правительству.
Понимаешь, я вот три раза вот хотел это самое здесь служить, меня не брали в армию. А вот когда это все дело началось, мне звонят и говорит: Кирилл Александрович, вы случайно не хотели пойти по контракту служить? Я говорю, вы знаете, три раза не получилось, а четвертый раз, говорю, против своего сына идти воевать, у меня нет никакого желания. И все. А, ну извините, говорит, и все. А что у нас его дела? А ты с какого города? А? Ты с какого города? Ну, сейчас я в Подмосковье железнодорожном, а родился я в Николаеве, в ну, на Украине. Одесса? Вот, видишь, и я за 9 классов, я поменял 9 школ, я жил в Кыргызстане, ведь я говорю, и мне как бы, ну вообще, я не знаю, мне с кыргызами нормально, я общаюсь, вот, с казахами в плане, вот, общаемся мы отлично, русскоязычные все это самое, вот так херней заправлять, ну это вообще. Я тут на заводе сейчас там, почищу просто... чуть-чуть, потому что... Не знаю. Хотят забрать, тут смотрю. Да, ну, дурдом. Просто дурдом. Это человек, там, и тебе народ и будет тянуться. Вот опять же эти выборы. Вот, Путин там, да, и еще какие-то несколько. А смысл какие-то еще несколько, вот скажи. Когда, как говорится, Путин уже у нас сколько находится. И он же, ну, не специально сам всю эту пеню повел. Я хотя в политике особо не разбираюсь, но тем не менее. И как ни крути, голосуй, не голосуй, все равно будет Путин. Это ну, да. 100% и такое дело. И я не знаю даже до сих пор, Путина выбрали или не выбрали. Потому что я новости не смотрю, мне как бы некогда на них смотреть. Да. Работай, самолеты. Опять, да что ты, где ты взялся, блядь? Профукали завод. Лечу, блядь. Да вот, лечу на центр, все никак не долечу. Попробуй, может... Отстрим, блядь. Так, что тут? Кто-то летит сюда, да? Который заберу. Раз, так. Два, три. Если никто не сдохнет. О! Брал. О! Я говорю, если никто не сдохнет, я заберу. Так, я добрал его. Опять, блеза, мой 110-6. А уже грозовой фронт через 40 секунд. Ну я Михалычем колочу, сейчас забью его, наверное. Не, я просто хочу меня... новый самолет взять, чтобы на грозовой успеть еще. Давай, я, наверное, разобью сейчас все-таки. Отлечу только территории. А то грозовой. Так, развиваюсь. Немножко еще потянем. Ой-ой-ой, только не здесь, блядь. Да-да, если что, смотри, не успеешь, 5 секунд осталось. Все, разбиваюсь уже. Задержи. Успел. На нулевом, короче. Не успел? Не-не, успел, на нулевом. Ну, слава богу. Так, сейчас ты идешь направо, а я пойду завод защищать, правильно? Давай, да, давай. Только я не знаю, успеем или нет. У нас команда что-то вообще ни в какую. Так, вижу, тяж идет. Идет за мной тяжик. Ой, блета за мной идет. Разворачиваюсь, иду на тебя. Да, только я вообще в другой стороне, я на заводе. Короче. И я буду кружиться, а ты бы подлетел бы как-то с мозгом, ой, и там заберу. Я не долечу, я на заводе только долетел.
Там же сейчас половину я ему сделаю. Они забрали уже завод. Я думал, это уже все. Давай, я иду на завод, а ты да, иди мне хвост закрывай. А я завод буду забирать. Ну давай, что ли. Да нет, тут дофига их, тут ничего не сделать. Да, я творю, наверное. Я только что тем более забирал. У них уже завод, так что... Я что здесь очистил, только заберу здесь. А, ну нормально. Ой. Ну ты команду видел нашу? Ай, да у них тоже не айс, конечно, только что-то не то. Да. Ну бывает, как ни крути, что там. Как они забрали завод, я вот не понимаю. Бобрами что ли, эти с ботами что ли? Ну ладно. Тем более все, с четверками были мы, да? Да. Ури какой-то бред. Угу. Какая-то бредятина. Че, восьмерочку, может? Давай. Без проблем, восьмерочку. На чем будешь? Я что-то с работы сегодня иду, думал, уже пятница. Думаю, о, сейчас сундуки я за стрим заберу, короче говоря. А потом бац, а она оказывается у нас в четверг. Mm. Ну завтра я дома, завтра, послезавтра я дома. Mm-hmm. Я тоже. Так, восьмерочки. Я тоже, кстати. На чем на восьмерочке полетишь ты? Смотря, что ты возьмешь. Если возьмешь бобра, то я возьму и что-то другое. Или же можем на двух бобрах на тушках. Ну, давай я РБФ возьму, да. Давай тогда я тушку возьму. Чуть-чуть позлим там. Не, ну а что? А может нас девятком выкинет и будет проще, да? Давай с восьмерок, а там посмотрим. Дадим в ресторане угля, да? Хоть мелкого горит, но... Да хуя. Ну что, на завтра готова акцию выполнять? Блин, я тебе скажу, я пока особо не смотрю. У меня что-то сегодня какое-то настроение такое. Голос пропадает, не совсем неприятно. Очень. Что-то хрипеть начинает. А плохо слышно? Нормально. Да, я тебя слышу хорошо. А, ну я думал, ты... Бывает так. Какие-то немножко перебои, а так, в принципе, нормально. Ну, это Дискорд, он, не знаю, хорошо на нем звонить, нет. О, к семеркам попали. О, ну тогда там вообще... Ну смотри, у них тоже есть. И Бобер есть, и Штурм есть, да? А, нет, Штурма у них нет, у нас есть Штурм. Так. Ну а что, мы друг за другом будем летать или как? Давай мы вместе полетим на одну точку, потому что я за разом не заберу все равно. И потом разделимся. Я пойду на центр, если что, а ты прямо на этот крем. Не? Давай. Просто я давай. На тучке не заберу одним махом. Не, если кто-то там постреляет, да, только я не уверен. Я понял. Да, я смотрел, ты понятно, с комбом, конечно, бывает, выкидывает. Вот на тушке, ой, на тушке. Я на жирнику кидаю эту все три. Давай. И то не забрал. Видишь? Я же не знаю, как на нем бросать. Ладно, я уже забрал. На центр полечу, а ты иди прямо. Давай. Смотрю, ты вообще без модов там летаешь. Абсолютно. Ну, у меня и без модов нормально получается. Ну, как бы с модами более она лично для меня. Я тебе скажу. Больше лучше. Я тебе скажу, что моды, они иногда дают баги в игре, поэтому на нем нежелательно летать. Ну, я не знаю, мне они особо не мешают. Я компьютер купил недавно только. И мне вполне, в принципе, с ними.
Смотри, как хорошо. Я сейчас на радаре, а ты на укрепе. Вот стратегия, да? А не говори. Мощный турель у этой тушки, да? Да, да, да. Так, меня долбануло. Тушка вообще косит, конечно, по-дикому. К девяткам спокойно может играть. С девятками. Блять, опять не добрал. Ну что за... Бомбочки такие кривые, или я кривой. Так, ну я доберусь. Я добрал. Просто видишь, я на бобрах очень наловчился. У меня был ноутбук. Я тебе скажу, я на ястребах особо не летал. Он не вывозил у меня компьютер. Я попадать не мог. А, ну да, бывает такое. Я привык очень. Почему? Потому что я и не стал летать. Потому что смысла не было никакого. Mm-hmm. Вот. И я привык летать на бобрах. Ну да, ты, видимо, уже спец по бобрам, да? Конечно. На чем больше летаешь? На сушке или на эльфе? Ну, мне больше нравится на эльфе. Вот Люф. Сегодня, видишь, что-то не получалось, как-то 80-го, да, я смотрел. Никак не мог пробирать и все, пути трески. Может, баги были какие-то? Ну, не могу сказать. Может, возможно, много программ включенных, OBS, вот это YouTube, короче. Ну да, да, ты это. Там убирай то, что тебе не надо, потому что лучше ты включай. Ну, может быть, вот это. Чат на телефоне включай, да и все. Нет. Я ну, так надо делаю. В этом еще деле, короче говоря, разобраться. Я с телефона включаю чат, а компьютер не, с компьютера не включаю YouTube, чтобы не загружать. Ну, мало ли. Ай, я за тобой лечу. Правильно делаешь, я тут не даю. Я полтинник заберу. Ладно. Тогда я пошел дальше. Давай, ну, я доберу. Доберу тут турелью, что смогу, в принципе. Ой, полтинник там совсем немножко не добрал. Да, блин, не знаю. Я 20-й полтинник сейчас заберу, и нормально будет. Опа. А вот еще 30. Я не успел. О, мы с тобой одинаково идем прям. Ага. Ну, ты сюда уже успеешь или что? Да, конечно, за тобой я успею. Я думаю, ты не успеешь перезарядиться, я прилечу. Да, у них там еще забирал тарелку. Если что, я разобьюсь и возьму новый самолет. Хотя, может, и нет. Разбивайся. Не разбивайся, может, медаль возьмешь какую-нибудь. Ну да. Тяни, тяни до конца. Живи. Я, вон, видишь, я сегодня и дулит взял тоже. Просто раз и полетел на другой. Сейчас я заберу это. Так, ну что, я по дороге на радар, только не знаю, куда долечу. У меня форсажа зеро. Фигово, они захватывают, конечно. Ну, пытаются. Да потому что они все на одной точке летают, а остальные точки им пофиг. Ну да, есть такое. Не, ну звено как бы тоже, ну. Жулька он что-то еще понимает что-то. А второй что-то слабовато у них. Да. О, я забрал, неужели? Давай, давай, сейчас я доберу.
Лети, живи, и все нормально. А, забрали. Ключи сразу на АВИ. Давай на АВИ. Я говорю, может, и Дулитл заберешься. Может, уже забрал, а ничего нет. Так что ничего, грозовой, живи нормально, не надо умирать. Угу. Умирать это последнее. Это когда уже видишь, как мы проигрываем, там да, он пытался перехватить. Бросай по большим. Забрал, красавчик. О, Дулитл. Кто-то уже колотит. Ай-я, какой я дебил. Ёбаный. На турель рассмотрелся. Но у меня Михалыч что-то не стреляет вообще. Ну, слава. У меня все, в ангар стыли. Смотри, мы с тобой вдвоем сразу. Да. Не, ну бывает такая подстава, понимаешь? Угу. Давай сейчас поменяемся, я на РБшке, а ты тушку бери. А я тушку? Да. Есть у тебя тушка? Конечно. Ну. Не, а я давай на 67 вылечу. Давай. Что это? Он тоже хорошо бобров пили. Да, 67-й. 67-й всех хорошо пили, даже девяток. Ну, да, лезу бы не с девятками, конечно. Да и с девятками тоже он себя хорошо чувствует. Единственное, что скорости не хватает. Ну, я тебе что хочу сказать, ты вот план набирай, обычно народ такой, который реально он будет общаться как-то, заходить, понимаешь? Просто вот такой народ набирай, который потом тянет вниз. Я считаю, нету смысла набирать. Так что вот как бы об этом призадумайся. Да-да. На глава, я тебе говорю, Тим, ну ты, они мне главу давали, я был главой МПО. Неделю там какую-то. Mm-hmm. Ну, чисто так, чтобы как бы в истории, короче, осталось. Я говорю, ну, мне это, ну, не факт. А потом, понимаешь, я говорю, ребят, вы мне извините, я забираю все ивенты абсолютно. Я забрал вторую, я забрал 67-ю. Ну, все, что было, я все забираю. Mm-hmm. Вас, говорю, практически нету, говорю. Дайте мне, говорю, я по команде. Он, да, да, без проблем. Пацаны потом говорят мне, говорит, Кирюк, так дело не пойдет, мы еще с 14 года летаем. Я говорю, посмотри, базара нет, занимайтесь. Я говорю, все, какие разговоры. А тянуть ваш план, говорю, я просто не в силах, говорю, то же самое. Mm-hmm. Я тогда уже сам полетаю, мне тогда, говорю, проще это все дело. Так, я РБшку и на РБ, да? Давай, а ну-ка, да, я посмотрю, может, я что-то... Так, восьмерочки, восьмерочки. Да давай, я сейчас на вдове попробую вылететь. Я уже на ней давно забыл летать. Ага. Ну, ее понесли как? Сильно понесли? Да, он мне вообще не пошел последний раз. Я не знаю, что реально его, я на нем двадцатку набирал, ход на восьмерке, ход на девятке. А вчера я, блин, 5-6 тысяч еле-еле набрал. Нет, ну она бывает, как ни крути. Ну бой на бой-то он не приходит. Ну иногда нормально, но чувствуется нерв. Очень быстро нагревается пушка, и урон что-то маленький такой. Я ж помню, как я нагибал. Сейчас, секунду. А по тебе урон проходит прям вообще шикарно, да? Урон раньше проходил хорошо. Сейчас урон проходит не очень. Я раньше РБшку забирал... когда был за ним. А сейчас я не добираю до половины. Ну, приходится перегреваться. Попробуем. Такое. Да я говорю, я на нем особо и не летал. Я говорю, ну, не знаю. Вот тупо вот так вот просто бить пацана, у меня тут смысла. Это когда вот какой-то ивент там был. Вот защитники нужны были. Вот на него садился, да. Было удобно. Меня мало кто мог разговаривать, а я при этом защитников забирал хорошо. Ага. Как бы вот. Кстати, ты у меня в стриме сейчас.
начал говорить и пропал. Я говорю, ты у меня в стриме сейчас. Я у тебя? Да. А ты у меня. Увидишь, как... Тогда я отредактирую название стрима, напишу «Звено с призраком». Ну, пиши, а чего бы и нет. Так, секунду. Ой, надеюсь, я в холодильник. Я в холодильник что-то найду. Будем. Секунду. Блин, я говорю, вот волос у меня начинает пропадать. Мне, конечно, вот это сильно не нравится. А прошлый стрим, видишь, ты заходил, у меня вообще что-то, меня практически было не слышно. Я когда просматривал, с микрофоном не особо у меня там лады были. Нет, ну, должны вывозить тут, как ни крути. Ну, я на центр пока пойду, а там уже буду смотреть бобров. Окей. Пиво любишь? Он ел 20-й, ну, я не думаю, что он монстр. Кирилл, ты пиво пьешь? Да. Правильно. Я тоже. Я даже сейчас пью. Чего, чего? Я говорю, я даже сейчас пью пиво. Ну и я сейчас. Ну, у меня, я тебе говорю, завтра выходной, я сегодня расслабляюсь. Правильно. Ну, у меня пиво теплое, ты понимаешь, я не думаю, что от него так сразу у меня волос начал заседать. А что ты теплое пиво пьешь? Какое пиво? Какое, ты говоришь, теплое пиво? Ну, да. Но не с холодильника. Чтоб горлышко не заболело, да? Ну, конечно. Ну, пытаюсь лечить. Ой, капец, за мной... Ил-20, ты представляешь? А, все. Так, и... Ну, забрал. Ну, давай я пока тут посижу, посмотрю, у детей не там будет питаться. Да, я тут на радар лечу к ним сразу. Давай, давай, я вам его сейчас блокатку заберу. Я ж тебе говорю, я не против, кто там что там пьет, выпивает или еще что-то. Просто вот ненавижу, когда говорится херню есть всякую разную. А, ну такие тоже. Я тоже летаю. Я смотрю, 30 тысяч боев отлетал, но я разговариваю со мной по-адекватному. Ну, а кто-то еще тысячи то не налетал. И он уже, блин, несет такую чушь, ну просто... Неимоверную. А ты забей на это болчет. Ну, забей-то надо как бы забей. Что ты сделаешь? Ты ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, абсолютно, да. Поэтому некоторые люди проигрывают, злятся, психуют. Ну, я-то могу сказать пару слов, на этом все. А есть некоторые персонажи, прям все, катастрофа. Ну, верит. Пару, не пару, но ты в чате забаненный. Как ни крути. Не, я тоже матерюсь так, когда вижу, что совсем все хреново. Но это ж просто игра, ну ничего не сделаешь. Я даже на Слава Украине уже фиг забил. Мне там один с парнем играл. Каждый раз, как заходит в игру, тупо пишет, неважно кто там, просто пишет и все. Он мне говорит, зайдешь ко мне в клан, это еще месяц назад. Ну, вижу, хорошо парень играет. Ведь он с тобой. А. Да. Так, ну ты пока там, в принципе, сам справляешься, иди в бомберы. Да, вот сейчас хочу бомберы забрать, это на самом низу штурм еще летает. Да хотелось бы-то и лучшего в небе взять. Не а дали, это, да? Мне штурмы нужны, а штурмов... Он вижу один только. А я смотрел, ты, короче, и твою территорию бомбил, да? Нет, что ты. Я просто не успел, вот, один... мы уже забрали точку, и я бомбу кинул. Да, да, я видел. Не, ну, красавчик. Я, дело в том, что я такого, я тебе скажу, я не видел. Реально так. Да, ну, ты круто сделал, и, получается, турбача не было у тебя. Я такого ни разу вот не видел.
Слушай, ну я же не просто летаю, я смотрю, куда лететь, чтобы не проиграть. Но если вижу совсем команда никакая, да, ну тогда приходится за них тоже думать иногда. Ну да. Ну или проиграть. А тут я смотрю, турбайс и взял авик. Твоими бомбами забомбил, короче, и все. Ну мини-карта же нужна, ну, надо смотреть на кто как играет. Прикольно, да. Так, а ну... Блин, ну и попробовать неохота колотить, потому что... Чё неохота? Так зайди с правильного ракурса и все. Пусть бы забирали бы что-то, они ничего не забирают. Я уже так летаю, уже. Блин, успею добрять, не успею. Ну как тебе? Я добряк увижу, но не знаю, я его хвалю, не хвалю. Как тебе 61-й? Так, забрал. Так, сейчас турмовика отвали надо. Вот и все. А, они авик забрали. О, ну забрали, хорошо, хорошо. Ну отлично, сейчас повернемся. Ты там, да? Только я этого и ждал. Сейчас повернусь и... Ну и тебе, в принципе, можно по нему там поднакатить, да. И мне. Так, сука, 5 секунд, да? О, видишь, еще немножко, еще бы пару штурмов. Я бы лучше в небе забрал, а я не успею. Так, надо валить отсюда. Нет. Что валить, уже поздно валить. Это что за... О, могу, Гайра забрал. Небесный воитель забрал. Ил-10 в меня стреляет. Давай, добери быстрее, что-то осталось. Ай, все. Ай, чуть-чуть не добрал, ай. Ну, 13, у тебя 10 голов. Ты не взял лучшего неба, да? Ну, супер, да. Ну, весь только 4 лычки, 5 не добрал. Приветствую всех на канале, кто нас смотрит, поддерживает. Не забывайте ставить лайки бесплатные. А в основном пишите даже комментарии, это будет нам очень-очень по душе. Комментарии тоже пишите. Кто не оставит комментарии, розыгрыши не будет участвовать. Не, ну да, видишь, у тебя ж такое можно, а у меня ж не получится, потому что говорить. Да, я знаю. Я не могу ни купить за голду ничего, ни это самое, ну как. Я немножко не так говорю, наверное. За бабло я не могу купить самолет. И вот самолет же сейчас, по-моему, в пятницу должен выйти какой-то. А ты не можешь покупать самолет, да? На продажу. А я купить я не могу, да. Я же как в России живу. Да, не получается. Ну вот, люди, которые смотрят в РФ и РБ живут, то я могу им разыгрывать самолеты, премиум отправлять в виде подарка, правильно? Можешь. Вот, так что, ребята, смотрите, ну, кому обращаться. Обращайтесь ко мне, я вас направлю к Гарри. Кто может, к нему сразу обращайтесь. Так что имейте в виду. Так, секундочку. Так, Димка Подымников. Ну, блин. Видишь, мы с тобой вообще по отдельной связи разговариваем. Ну ладно, то потом разберемся. Тут в Дискорде можно и в твари втроем, и читером, правильно? Конечно. На чем полетим дальше мы? На восьмерках? Ты опять на арбайке, да? Нет, я могу поменять самолет. Хочу на печеньке попробовать. На печеньке. Так, ну, значит, давай я прыгну на арбайку. О, написал, проснулся наш. Там, бабли.
Подумни, Вот, там. подумников это от тебя, да? Ну, это вот зам, ну, глава. А, он мне привет написал просто. Ладно. Печенька, да? Во. Но он живет в Казахстане. Вот Казахстане? Такие дела. Так, РБХ. Казах, что ли? НБО. Казах, да? Казахстан. Да, но он казах по национальности. Еще раз. Он казах по национальности. Нет, он не казах. Он русский, но он живет в Казахстане. А, все, я понял. У него мать живет в Подмосковье, угу. А сам он из Казахстана. Все, теперь понятно. Мать уехала сюда, он остался там. А что, он с нами летать хочет, да, или как? Блин, ну я не знаю, да, его наши как бы спрашивали, ну а что ты собираешься как бы уехать? Mm-hmm. Говорит, ну пока, говорит, если честно, не задумывался. Ну я тебе говорю, когда я в Киргизии как-то жил, это получается были 91-е года, тогда киргизы выживали, получается, русских оттуда. Ну у меня долгая история, там батя приехал, украл, короче, у матери там, даже и рассказывать о ней хочу и далее. Такое дело. И мы, короче, потом поехали по России тут кататься. Короче, я за 9 классов, я закончил 9 школ. Да, Кася Варшава, я подарю тебе цветы, тебе в чате пишут. Цветы хотят женщины? Что, цветы? Да? Не, я женатый. Я женатый, я люблю только одну, мне другая не нужна. Я тоже женатый. У меня полька жена. Она в чате сейчас сидит. Какого года-то? Говори. Кто? Я? Ты как? Какого года, да? 87-го. 87-го? Да. Я 81-го. Это я заметил. Ну, почти ровесник. Судя по призраку, там никнейм просто. Плюс один. Если понятно, что... Так, ну я пошел дальше по прямой, короче. Ну, я туда же. Давай. Да. Под прикрытием успеешь поработать. Забрать чуть-чуть? Успеешь? Или не? Не. Да, договориться. Опа-на, опа-на, опа-на. Вижу, сейчас повернусь. Нет. Сейчас повернусь ему. Да, на меня и штурм заходит. Они все пытаются меня сбить, слить. Злые какие, да? А я тебе скажу, я еще на ноутбуке летал. А, короче, пишут сейчас другая команда, но и я его даже видел. Лови, говорит, призрака. А я ему пишу, да не поймаешь ты призрака. А я на пешке летал, короче. Ну вообще так прикольно, блин. Да-да. А это же зашел, смотрю. Так и так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас мне. Ой. Все, ну теперь я, наверное, разобьюсь. О, смотри, летит, вот сломя голову, летит. Что дальше? А, мы с девятками. Ты думаешь, что так быстро все происходит? Картинки. Думаю, ну хоть какого-то призрака надо шлакнуть, а то как так? Банщик выражается с печенькой. Он вообще понимает, что он не такой маневр. И пошел в ангар. Ну да, есть. Да. Ой-ой-ой. Ну, у нас команда так ничего нет. Кто не такой маневрен? Ты скажи, у меня маневренность-то показывай. У меня 45, сколько там маневренность. Не помню, что-то такое.
Ладно, полечу ближе к центру. А меня тут хотят убить. Ну, у тебя маневр, значит, показывает среднее 13,9. Ну, хороший маневр. Для тяжика это очень хорошо. Ты же их сделал там еще, у тебя немножко больше. Да. Ну, а в среднем как бы такое. У меня показывает среднее. А то, что у тебя там уже натучено, это... Ай, я смотрю. У меня уже этого нет. Ой, блин, прилетел. Отомстил? Так, 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 так. Подлюка? Он мне. Да, полтинник не забрал. Ладно, я сейчас полечу в центр. Урон не хочет проходить. Ну ладно, полечу туда к тебе. Урон не проходит. Я совсем понемножку, я не забираю. А что ты не добрал? Центр, да? Я кину туда ракету сейчас. Да. Запускай. О, забрал. Я и 13 не подобирал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-ай, блядь. Че, разбился что ли? Нет, меня ПВОшка забрала. Капец. Вот ты летаешь без КП. Надо иногда разбиваться. Ладно, полечу на центр, а тут, я думаю, они с вами доберутся. Просто нечего стрелять, понимаешь? Не на кого. Да-да-да, я туда тоже не полечу. Не-не-не, тут уже нет смысла. Ты сразу летел туда к нам. Давай, я на укреп, потом на ихнюю. А да, я на укрепе буду защищать, чтобы они не забрали. Ну, как получится. О, вампир тут мучается, хочет нашего штурма сбить. Ох, сейчас я его накажу. Как можно штурма сбивать? Они же такие беззащитные. Ага, и меня сбивают. Ё-моё. Как он быстро прилетел, я даже не заметил. Так. Не успеваешь, да? Так, заберу. Если доберу защитника, собрал. Все. Ползу дальше. Слушай, я все-таки к нам на радар. Почти что-то они то мучаются, все. Там бобер доберет, не доберет. Тут эти защитники появились. Я сейчас их собью. А вампир за мной погнал. Ну сейчас я его заберу. Вампир, он кривой. Криво когда стреляет. Ой-ой-ой, кто-то еще стреляет. Да пиздец, что это за такой радар, блин? Я полтинник не добрал. А грозовой? Да. Все, вампира я унес отсюда. Ну ладно, полечу на наш... Нет, на их укреп, да? Так, так. Ну я на тарелку, наверное, на их и попробую. А ты на укреп давай, наверное, да. Потому что тарелка вроде забирается или что-то. Там тяжик. Не знаю, я думаю, тяжик он в середине летает. А не, я думаю, он потихоньку, помаленьку вытянуть должны будем. О, забрал одного. Это тарелки. А, там ястреб, смотрю. Я забрал укреп. Мешка на меня летит. Так, сейчас мы мешку попытаемся снести. Вот она. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это сама мне. Да умришь ты, ёбаный насос. Что, здесь били тебя? Не догоняй.
Она меня не загоняет, я бомбы даже не скинул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это он за тобой там, да? Вот. Да, да, они все за мной. Сейчас попытаюсь сделать заход. Хотя я не пойду туда. Я забрал у меня. Забрал, ну отлично. Так, ну что, на меня летели, как там, 3000 метров, 2800. А как хочешь. Я пока живу, живу, и это главное, и ты живешь. Давай, на подмогу пойдет, будет супер. Он идет на тебя, кстати, он на тебя идет. Не за мной идет. Я вижу, вижу, а я на тебя тяну. Ну я его сейчас сниму. Давай. А сейчас тебя сниму. Да. Ну и фиг с ним, победа. Увидит. Фиг с ним. Сворачиваюсь. А все, победа будет наша. Да. Всех все равно не забьют. Ай, меня снесли, ну уже 800. Уже 800. Ох, да. О, да. Волков хороший дали. Хороший бой такой, ты смотри, серьезный. Угу. Тяжелый. Приятный, скажем так. Да, еле-еле вытянули. Никто сдаваться не хотел. Хочу Л-40-й выкатать. Ну ты видишь, меня 4 раза сливали. Так. Так, на чем попрем? Давай я на Л-40-м хочу разок скатать. Ага, 9-ка. Так, сейчас, подожди, я гляну, что у меня тут по 9-кам. Давай. Сейчас. Секунда. Он в спеце у тебя? Да-да-да. Вчера только стал в спеце. И там... Видишь, ты у меня пошел на том самолете слетать, а у меня он еще не... Я не дошел еще до него. У меня немного там получается. Там. Ну, я, в принципе, в стриме это показывал. Какие? У меня немцы, у меня все есть. Uh-huh. Советских там у меня не все. Великобританцы у меня все. Ну, у меня много самолетов. Ну, за десятки я имею в виду. А ты меня просил, какую показать тебе? По-моему, советский. Сейчас. Игру закончим, дай бог памяти. Какой-то советский многоцел, по-моему, 10 уровня. Я просто ну, да, на нем еще не летал. Вали. Хочу попробовать. Вчера там слетал пару раз и пару раз слева получил. Опять дремала? Что, опять спать? А? Не, ну классно, видишь, хоть тебя еще одного собеседника такого приятного нашел. Уже радует. А еще и стримим на пару. Так. О, пошло. Все, с десятками будем? Да, наверное.
Что-то долго подумала так. Лизвину нам, ой, блядь, какая карта. Да, 100%. Мешка вон надо нарисовалась. Боты практически. 2 на 2, да? Да, да. Тогда я полечу на нашу креп и потом на их завод. Ну а как еще? Или же заберу ракету, разобьюсь, потом полечу к ним. Нет. Давай нашу ракету забери, наверное, а я на нашу креп. Я у креп заберу, и ты ракету заберешь, а потом уже будем... Ага. Потому что я ракету не заберу, у меня... Ну да. Вот там. Ботов отправь. У меня только ракеты. Не, тебе не надо на ракету лететь, лети там дальше. Конечно. А я уже к ним потом на ракету рванул. Я думаю, он не заберет проходу. А там уже и я потянусь. Ну да. Так, один есть. Но, тем не менее, прям на ракету. Тогда я на угре лечу. Давай, давай. Да я не думаю, что их не бомберы должны будут забрать. Пиздец, 500 км в час, это на пассаже. Ага. Супер. Так. Ну, мы их снесли. У нас, к нам штурм на ракету полетел. 80-ка целая. И побил бы соковар. Ну полезу за бобром, что делать. Ага, тут ясный вот нарисовался. Опять. И на меня он. Меня он сбил. Ну и все. Ой, я вроде бы забрал все туда. Так, я сейчас буду на ту ракету защищать. И давай там аккуратненько. Mm-hmm. Тут тяжек самолет один будет летает. Ну что, тогда полечу уже на их ракету. Да, 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 сейчас подержу немножко, будет нормально, пока идем. А у них там хорошо. Совсем слабо. Ну вроде играют, да, но видишь. А, дровика забрали. Я не успел даже никого забрать. Только прилетел. Да пиздец, я еще ничего не могу забрать, что ли? Не, один штук, конечно, не вывезет. О-по-по-по-по-по-по. Центр.
тебя сейчас там снесут. Да. Буду сопротивляться. Ну, а там без вариантов. Да тут... Там много. Да. И хоть территория пока немножко, а тут бач там тоже не особо в кайф, конечно. Да, ну, мне пока долезет до их точки, это будет полгода. Ну, бей самолеты. Набирай персонал, хочешь делать? Ну, пока, раз это... такая ситуация. Я ж на бобре даже, я летаю, стреляю. Когда забрал все точки, что я остается делать? Ну да. Остается только забирать персонал. А я говорю, я как-то включил твой стрим уже посмотреть. Я смотрю, смотрю, потом раз, времени нету. Потом захожу, опять же, он продолжает просмотр идти. И вот это я тебе написал, в натуре, Лиха, ты сыграл, конечно, весь стрим. Там, по-моему, у тебя одно поражение только было. Не помню, правда, на чем, а так все остальные победы. Опа-на, ни хера я вышел. О, выскочил как-то первый на рабочий стол. И смотрю, ни одного комментария. Думаю, ну надо что-то написать. Как-как. Да ты первый. Просмотры есть. Просмотры, главное, есть. А комментарии никто не напишет. Ленится. Ленится. Ну сейчас тоже сколько, 4 человека сидит вроде. Никто ничего не пишет. Хотят стримера поймать, наверное. Да ничего, все нормально, поналадим. Да условия, так интереснее даже. А я видишь, ты мне как написал, а я тоже думаю, надо как-то это самое, помощь будет нужна. И я давай сел, давай разбираться с этим делом. Смотрю, вроде что-то получается, но... ОБС. Ты через ОБС? Конечно. Бля, что за бой такой непонятный? Нечего сбивать. Ты стримы через что показываешь? Через ОБС? Да, ОБС. Ну, я через него же. А он самый нормальный, я так понимаю. Ну, там какая-то есть еще другая программа, ну... Ну, я ее даже не смотрел. Ага. У меня она просто уже была как-то, я не знаю, в компьютере. Мне уже в винду, когда закидывал кадр один, угу. Он мне ее и установил. Ага. Я ее только обновил, более новую версию поставил и все. Угу. Ну так, а ты давно там живешь это? Больше-то? 3 года. Или? А, вот как началось это все дело? Нет, как коронавирус уже заканчивался, я в этот момент уже прилетел. Я с Египта сюда прилетел. Понятно. В Египте жил долго, в принципе. Ну, а я как раз перед ней, я сюда приехал, а потом уже через год это все дело началось.
Ну, я говорю, моя жопа, как обычно, вся, всегда все чувствует. И все. А так вот на соседней улице у меня бабульку одну прям прибомбило там, короче. Вот хочу 20 апреля поехать к матери. У меня мать там находится, в Белгородской области. Уже так, 3 года тоже не видел. Хочется поехать съездить. Так, на чем попрем? Десятки, наверное. На чем? Десятки. Что-то я тебя как-то слышу через раз. Наверное, на десятках. А, ну погнали на десятках. И что будешь брать? Возьму XF90. Ага, ну давай я тогда бобра возьму. Эльфа возьму. Так. Мы должны стрипу как-то вдвоем показать на высшем уровне. Да-да. Так. Два таких дальнего. Они же дом. Допустим, к вам не зашел, да? 8%. И вот постепенно, постепенно, как ни круги, вот это вот туда-сюда. Спасибо ему, конечно, это надо, как это самое. Так, ой. Что тут? Тоже нету. Что, клинит, да? Самолеты есть, уже курсантов там. Ну, ему просто уже, что удивляет. Потом заедает, по большому счету. Да, что-то заедает. Так. Ну, контакты. О, завтра будет много игроков, или да? Да, завтра начну. О, сейчас боты будут набрасывать. Я так понимаю, с ботами будем летать, да? Ну, типа того. Что, где все-то? Знал бы я, что в город, я бы уже и дома работал. И поменять не получится, видишь? Да, абсолютно. Ладно, не буду забирать территорию, буду чисто самолеты сбивать. Да. Да. Ну ты хоть колоти где-то, не на прям территории. Да, да, я... Курятник к ним, леди прям. Заберем одну территорию и все. А я территории хоть. Хоть что-то как-то. Я защитника вообще трогать не буду, поэтому. Да, это будет не вариант. А то я смотрю, наверное, придется еще разбиваться. Так. А какой смысл? Я заберу. Замазали. Ох, ё-моё, ты смотри, что творится. Может, они заберут какую-то точку хотя бы. Я здесь.
забрали. Да. Ну забирай точку, там у тебя что-то есть. Или у тебя там хп нету? Ой. Ладно, что-то я бросил. Ты сад, блин, да. Да ладно, где? Хотя бы за воды бы. Что вы меня так... Че, на радар глядишь? Не, пока радар оставлю. Пусть пока побудет, а то сильно быстро будет. Я сейчас паукрепчик подкидаюсь. Теперь только радар остается. Да, забираю. Да я с проходу, лишь бы меня не сбили хоть. Че, полететь с тобой туда? Да, ты ничего не сделаешь, просто заберешь его и все. Я сейчас так, наверное, по этой... По артиллерии пройдусь, по низколетной. Mm-hmm. А, все, я забрал, короче. Отлично. 345, 90 не хватает метатулиста. О, смотри, у них укреп. 50, когда. Успею, не успею. Подправа нет. Должен забрать, а тут получается будет не за горизонтом и этот фланг. Должен подуспеть. Сейчас по двадцаткам откидают. Тихо.
Литва забрал. О, видишь, уже хорошо. Не просто так взлетал. Сейчас развернусь, еще и Ланага заберу. Тихо. Ой-ой-ой, вестрибок, смотрю, какой-то. Ой, не убивайте меня. Ой, не успею, наверное, не успею. Хотя, тихо. Тихо. Не знаю, добрал, не добрал. 5 территорий. И так хорошо. О, ладно, забрал я. Нормально. Крылатая легенда. Хорошо сыграли. И, ну, вот они. Ну, грех это... было плохо сыграть. Тянули. А? Игру тянули, потому так получилось. А больше кому? Больше не потянешь, это максимум. Это да. Не, ну Ланга забрал, Дулитра забрал, все еще надо. Ты там интересно забрал кто-нибудь? Я луч в небе забрал и два жетона еще получил даже. Я один. Так, ну ты лучше в небе, а что там еще интересного? Небесный воин, страж, рыцарь. О, Маккендона, ну класс. Марселя, супер. Магуэра. Ну, нормально. Обалденно. Конечно. Обалденно, я тебе скажу. Че, так же на бобре хочешь? Мне все равно, я тебе скажу. Угу. Что пиво, что вино. Погнали на чем-нибудь. Сейчас, секунду. Можем уровень сменить. Ну, с ботами, ну, реально. Да. Лучше мы сменим. Семерка, восьмерка, да? Победы, конечно, прикольные, но не до такой степени интересно. Никакого сопротивления нет. Так. О, ни разу меня не сбили. Это хорошо. Ты уровень скажи, а там давай что-нибудь придумаем. Давай 8, наверное, да? 8, да? Возьму XP 58. Ну что, ты планируешь взять? Нет, Хортона возьму. Ага. Хортона возьму. Кошку. У меня кошка еще не в спеце, но... Имеется уже тоже. Так, кошка. Кошка. А что ты выскочил? Я не знаю, я думал, ты это сделал. Так. Или может я случайно, так. Не помню. Да давай я тоже на бобре это уже полечу. Чуть-чуть мяч. Будем капусту зарабатывать. Ага. Так. Да, выходные, конечно, сейчас начнутся. Ну. Так. Ну, видишь, многие ребята хотят просто летать сами и без общения, видишь. Я не знаю просто как бы почему, ну, по большому счету. Может, неудобно просто. Супруга там, может, не разрешает, или еще что-нибудь, как бы, такие пироги. Может быть, такое, да. Ну что, против звена попали, да? Да. Так, ну я пока на завод. Без разговоров.
Я в центр полетел тогда. Думаю, что у нас есть там один штурм. Он заберет его, да? Все, пойду и садим на ракету, а потом на завод уже. По кругу, скажем так. А у тебя задержка тоже на стриме стоит? 10 секунд только. Смотри. 10 секунд у меня задержка. Ну, 20. 10. А, да я не знаю, как это самое, у меня 20, она как-то стоит. И я все забываю ее убрать. С другой стороны, было бы тоже интересно, тоже погоняет. Ну, 20, в принципе, как средненькое это уже. Почему бы и нет? Конечно, иногда бы тоже, может, там, попло поджарало в какой-то. А, ну да, я люблю его ловить. Обожаю. Не то, что люблю, я просто мечтаю об этом. Только он уже перестал отчеты делать. Я специально деньги платил, чтобы его поймать и сбить. А говорит, ты ладно, беру уже, говорит, на ухо и выпитать. Да он горит просто так жестко, и мне это нравится. Да. Как артист. Не, ну он красава, конечно, но... Вот, так не крути. Ну, ох, хамин, я же не хамлю ему, видишь. Ох, хамин. Самолеты он, конечно, знает лихо. Не, он не такой крутой, как тебе кажется. Посмотри, как он летает. Есть намного сильнее игроки, намного. Есть. Раньше, когда я не знал про игру ничего, я думал, Альби сильный игрок. Но когда я стал более глубоко заходить в игру, я понимаю, что это обычный игрок, можно сказать. Ты где-то или пропадаешь, или я тебя... Это интернет, наверное. Что-то я не могу понять. Интернет это ключит. Да ладно, у нас две ракеты? Ну да. Прикольно. Ну и они сейчас завод добирают и все, короче, я не успею даже на завода залететь. А я думал, сейчас будет жесткая игра тут такая. Да ну я стерю такие два игрока, тут и хотели бы. Я не успел. Может они заберут что-то? По 80-ке попали, прикинь, ракеты. Так у них вроде самолет F-82, там бобер и ничего просто. Вот F-82 решил за мной пролететь. О, на меня летит. Уйди в ангару. А, сбил меня, дорогие. Да я думал, все-таки. А сейчас на меня летит. Валю. И в Анкара полетит. Ну что-то у них РБХ вообще не хочет ехать. У них, смотри, территория, она вообще ничего не волокет. Да я думал, что жестко будет играть, а тут смотри. Такие вот дела. Ой, так и забирать-то нечего было. А сколько у тебя времени сейчас там? У меня почти 20 минут первого. Опа, это сколько у нас? А у меня только 10 часов. 10:20. О, видишь, у тебя пол 11, считай. На 3 часа разница.
Ну да. Ой, на два. У тебя пол одиннадцатого, у меня пол первого. Два часа. О, я еще что-то выполнил. Так, у меня восьмерки все заряжены. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Вот не думаешь, не гадаешь, а все равно выполняется что-то. Так. Ну, на чем? Ну, восьмерка. Бери, в принципе, что хочешь. Я могу. Я думаю, что сейчас игроков немного, и так будем нормально играть. Так, восьмерочки. Сейчас, подожди, давай я, может, какого-то ястреба возьму. А вот на их спички сгоняем. Вот так. Так. Вперед. Так, секунду, сейчас вернусь. Ты понимаешь, я за ним особо не упирался. Ну, сильно быстро я его забрал. А пацаны вот это говорят. Кирилл, да он, говорит, давно там туды-сюды. Я говорю, слышишь, ну, если честно, мне без разницы. Какой-то самолет, но я просто, я хочу, чтобы он у меня был в ангаре, говорю. Я хочу всех самолетов собрать, вот как Кауги, и всех хочу их вывести в спеца. А как? Не, ну вот кроме шуток. А как там, что там? Мне это неинтересно, говорю. Я ни один премиумный самолет второго, третьего. Я ни один не продал, не это самое. Ну что? И мне по приколу. Пусть он будет в коллекции у меня. Ну да. И каждый, понимаешь, он от игры хочет своего. Вот я, допустим, хочу так. Ой. Кто мне подсказывает, я его вылечу. Вот так. Полечу на авиабазу тогда. А я тоже. Давай на центр пойду. И лучше тоже на авиабазу. Хотя, ну смотри сам, короче. Давай. Ну давай, а там. Потому что они сейчас заберут завод и будут лететь на нашу авиабазу. Давай. Я просто думаю, ну, а на этот вертолет, как не другие. Сейчас я тебя сниму. Сейчас ты посмотри, блядь. Есть такое дело. Что-то у меня какая-то мышь непослушная. Я не знаю, или добавить тогда сильно медленно работает. О, сейчас тут надо кого-то. Тут ко мне пластик снимать, да? Как-то мне некомфортно. Но я привет. Отвык, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У нас
нас РБшка вроде нормально играет, да? Только я чувствую, может, мне надо... А не, пока все путево у меня идет. Пиздец, они все сидят на заводе. Опа, 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 все, присосался ко мне. А вот теперь не улечу уже, наверное, от него. Вот не улечу. Ну, зато хоть и на территории, блин. Так, надо пересаживаться, наверное. Пересаживаюсь я на РБ-ку. Пересаживаешься? Я думаю, не вывезем мы. Ну, у давай. Нас нет бобров. Давай, давай, лучше да. У нас нет бобров. Ой, блядь. Тут у меня звук пропал в игре. Тебя слышу, игры не слышу. Сейчас появится. Да, я думаю, да. Вот он меня сбил, П-80-й, блин. Сейчас я ему... А, я понял. Ну, сейчас я его разомару. Угу. Сейчас я его к нему лечу. А ты добирай. Да, и даже сижет Михалычем доберу. Так, я на тот завод погнал. А он сейчас травит насчет на меня всех подряд. Вот уже левики тяжек на меня. И не один тяжек. Ну, давай, 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 давай. Я ж тебя заждал. Ух, и не один. Вот еще один летит. Я его турелью снял. На нацел. Подлец, да? Ага. Так, ну держи, пытайся завод, а я давай на верхний завод средства полечу. Пытается, получится, не получится, это такое. Помощи там уже пристанет. Ой-ой, тут уже совсем немножко осталось. Ну, видишь, мы взяли такие самолеты, что, как говорится, так, без заводов. А брать их никто не хочется. Mm-hmm. Некрасиво, mm-hmm. Раздомком поступил. Это ж те, те звеневые, которые были в прошлой игре, да? Пойду защищать на завод. Я знаю. забрал. Сейчас я авик заберу, у них там немножко. Блядь, если есть там что забирать. Забрали завод все-таки? Ой, иду на завод, блядь. Ну сейчас, тут уже заберу. А тут 80, я 80 не заберу. Тут нечего. Ой, ну давай, убри. Все, умер. Блядь. Надо вдыхать. А, хули вдыхать? Уже не успею я. У них команда так лучше играет, чем у нас, да? Да вроде нет. Не успею, да. Непонятный бой какой-то такой. Вроде все хорошо шло тогда. О,
Он за год бы немножечко бы добрать бы. Чуть-чуть не успеваем. Блядь. Ну, давай, лети уже сюда. Ну, дай налететь, родной. Дай. Раз. Ну. Давай. Блядь, у меня бомб нету. Они забрали другой завод. Блин, ну как так получилось, а? Вроде все хорошо так. Ну вот как-то так. Капец. А я уже думал так. Да и то, видишь, это ладно, хоть я взял уже, хоть как-то пытались. А так бы нам было бы совсем грустно. Да-да. Ну интересный будет, конечно. Видишь, когда есть люди, интереснее всегда. Потому Да, да. Когда есть связь, когда есть и нужно понимание. Конечно. Но когда без связи и понимания нет, то смысла не вижу вообще в этой игре. Ну да. Так, что же мне выкатать? Нет, все-таки давай, наверное, одного бобра будем заряжать, либо ты, либо я, а иначе удачи, я смотрю, не будет. Давай я возьму тогда этого, Джу 287. А, на Джульке. Давно не летал на нем. Подожди, а я еще и нам две победы с вами снял. А, подожди, две я должен был уже снять. Это ястреб у меня. Надо верить. А, сразу. Погоди секунду, да. Мне надо рестарт игры сделать. Оставайся. Да, да, да. Ну, давай. Опа, а что ты вышел? Нет, я перезагружаю игру. Окей. Это быстро. Минутка. Давай, давай. Я не против. Все. Гарри, ну давай я еще полчасика, и на сегодня хватит, я приустал просто уже. Да, без проблем. А завтра, если что, там как там полетаем? Да, я дома завтра, целый день, поэтому. Как будешь иметь время, дома, то... Дома, но сегодня я устал просто уже, и глаза заговариваются. Я себе вообще больничный взял на работе, тоже заебался. Ну я, Гарри, что-то не знаю. Но голос вроде как бы уже вроде и подзалазывается, а оно что-то залазывается. Я просто в русской школе учился, поэтому русский знаю. Ага. Папа мне дал русскую школу, когда был маленьким. Там выучил. Любил он Советский Союз? Ну, тем не менее, общаешься, понимаешь, и все. И тебя понимают. Ну да, видишь. Это вообще я 5 языков знаю, не то, что только русский. 5. Грузинский, армянский, русский, польский, английский. Ну, я тебе скажу, тем не менее, человеком остаешься, на каком бы ты языке ни говорил. Ну понимаешь? Да. Вот и Алиса тоже самое. Можно же перевод тоже включать, правильно? Да, да. Вот включил, вот. Ну, если ты хреново разговариваешь, ну, как можно с тобой общаться, вот скажи. А когда ты разговариваешь нормально, почему бы и нет? Mm-hmm. Почему не пообщаться? Да с любым человеком. Чтобы кто бы он ни был. Немец там, англичанин там, или еще кто-то. Mm-hmm. Какая разница? Рубин, не рубин. Я же говорю, земля круглая. Неизвестно, куда тебя крутанет, куда тебя... Понимаешь, не все это понимают. Вот в этом вся и проблема. Ну, понимаешь, да, кому-то сложно, как говорится, общаться с этим языком. И ему не дают нигде общаться. Да-да. Кто-то без проблем, вот я тебе скажу, вот в Россию вот даже приезжают. Без проблем, любой, кто бы ты ни был, любой национальности, пожалуйста, какие разговоры. А вот русский вот куда-нибудь уехать, он уже не может. Дискриминация. Ты там будешь жить. Да, я... Рот.
сталкивался я с такой ситуацией. Я же танцором работал в Египте, в Турции, в отелях. Там много туристов приезжало. И да, там у каждого, с каждым и по-разному общаются. У кого больше денег, типа, с теми по-другому общаются. Ну, с европейцами, немцами, там, голландцами. Так, не крути, деньги рулят. Деньги рулят на то время. Но это, с одной стороны, это очень неправильно. Это не очень неправильно. Не успел добавить. Так, полечу на ракету, что ли? Да. У тебя есть самолет «Сифон»? Надо хоть наложить пару выстрелов, чтобы дистанцию выстрела приметить. Ой, опять что у меня с мышей. Так, ну это надо. У меня. Я сильно медленно ее поставил, и она мне. А где ты летаешь? А, ты в центре там. Да у меня мышь чувствительная, по-моему, на 19 там отстоит. Надо немножко поддобавить. А, чувствительность, да? Да, да, да. И пока не могу. Вот, сейчас поставлю. Настройки. Вообще. А что не жмешься-то, ё-моё? Настройки. Да не жмешься никогда. Ай-я! Да, у меня не жмется общий почему-то. Ты в настройке посмотри там. Да вот настройки пытаюсь, и ничего, у меня кнопки не шевелятся. Это странно это. Так, я так понимаю, звено заберет авиабазу, да? Или нет? Да. Что, у тебя хвостик там? Сейчас бежаем. Тут меня уже вдвоем крушат. Надо хоть убежать отсюда. Ушел. 380 евро. Ё-моё. Так. Да ладно, смотри, не забрал я авиабазу. Вот капец. Ну бывает, а что делать? Видимо, кто-то сдох там, да? А знаете, турбачу хватит. Да нет, давай я на центр попытаюсь. Подпожа нет. Одного бы защитника какого-нибудь мочкануть. А вот, 180 один. Тихо. Ей, забрал я. Кто такие, я успел. Ой, блядь, я тоже с горем пополам забрал. Ну, тяжеловато, смотри, выходит, что как-то. Вообще.
Давай, на ракету газую, я на нашу тарелку. Да, только у меня хп тут не так много. Но я все равно полечу, у меня выбора нет. Ой-ой-ой, как все плохо, да? У них команда, видишь? По уроне проходит. Искры, я заметил, урон. У меня тоже что-то так хуёвенько идет. Вроде кидаю, блин, не знаю. Странно как это все. Ну бывает такая. Может перед акцией нас так готовят, да? Не знаю, иду на ракету. А на ракете уже. Я сам не справлюсь, один защитники. Разговор аккуратно 40 секунд. Ты пока в ангаре. Блин, ты посмотри, наша тушка 12 вообще ничего не может сделать. С 9 левелом. Это позор, ну. На бобры летает 9. Так, я, наверное, лечу разбиваться. Я еле-еле живой. Успею, не успею, не знаю. Вот не успею я разбиться, вот это как закон подлости какой-то. Я еле-еле живой. Ой, зря ты на ведь полетел. А у меня больше некуда лететь. Понятно. Давай же я попытаюсь тебя с хвостом снимать. Летай на ракету. Ну я туда летаю. Давай. Курс держу на ракету. Давай, давай. Там же направили на нас. Да. Из всех, кого мы. Никого не обвиняет. Меня бот сбил с израильским флагом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и меня бот сбил. Да, ну тут травили, видишь, как могли. Тушка 12, ну такой позор, ну что ты. Ой, такая скорость у него, такие, не знаю, вот такие они сливают игры, не все понимают, что надо делать. А, ну да. Я машина. Ну давай я быстренько возьму РБшку, и может с ними мы сейчас попадем и поглядим на их. Да. Оргию. Слушай, может я тоже возьму РБшку? На двух РБшках. Да. Пусть кайфанут, а не от нас. Давай, бери РБшку, я тоже возьму. Или я сушку, тушку возьму. Я тушку. Меня, наверное, целый выкинуло. Черный экран, короче, сейчас. Да, 100%. Ну вот видишь, вот да, тебе и все всем сказано. Урон не идет, целый выкинуло. Скажут, хватит, сколько вы побеждали, ё-моё. Тебе ж там пишут, выкинула, скажи, меня. Тебя, да, выкинула. Ну. А
А меня ж пацаны спрашивают, а кто он, а что он? Я говорю, даже одно понятия не имею. Кто он, что он? Я говорю, я с ним не общался, говорю, еще. Интересно, а, да? Узнать? Ну, с тобой, с тобой. Ну, говорит, у меня он, говорит, тоже в контактах есть, как бы такое дело. Я говорю, не знаю, пацаны. Не знаю, я говорю, играет он довольно-таки отлично, говорю. Кто там, что там, как там. Так, ну, Лена Шайербеха, Лена Шайербеха. Давай, бой 2 у нас сыграем, короче, и я, наверное, пойду. Окей. Лечить свое здоровье, голос, душу. А в субботу, прикинь, мне на работу еще до обеда на субботник выходить. Серьезно, что ли? Придумали тут. Да, вот такие пироги. Ну, придется пойти сходить. Это опять они, да, так понимаю, смотри? Нет, то у меня, слава богу, стоит рядом все, как говорится, происходит. А. Я тебе про звено говорю, это опять они про походу, да? Ну, кого, да. Угу. Ты к нам на завод? Там случилось. Так, ну завод, завод, завод. Заводы — это хорошо. Так, я один погнал. Блин. Лишь бы, дай бог, успеть теперь. Чтобы все не полетели туда. Я думаю, разберемся. Ну да. Они сидят на своих этих навиках, а мы будем завод забирать. А тут я прибор нарисовал. Аттакер. Ну, умрешь ты сегодня, нет? А, это человек, да? Да-да, человек. Так, один готов. И РБХ тут же. Так, я зарядил, сейчас я. Заберешь завод или нет? Нет. У меня особо бомбить тут нечего. А-а-а. Так-то еще. Ну все, классно, все забрали, ничего, я хоть так повалоеблю здесь. РБ-ху может потихоньку, ой-ой-ой. На Михалыча вокнулся в скалу, короче. Блядь, сгорел, кто это меня? А, это звено прилетело. Тоже думаю, что так быстро сгорело я. Понятно.
Так что, вместе полетим на завод или как? Или я на авиабазу? Давай на авик заберем. Авик и укреп заберем, пока салона там пыхтят. Нам хотя бы хоть что-то позабирать. Если заберут, мы рванем на быстро и заберем тогда там. Да-да. Так, 35-ку я забрал. О, завод забрали. Все, назовем туда. Погнали. Сейчас, может, по уходу Михалычем наберем еще что-нибудь. Я вампира создал Михалычем. Так. Там осталось немножко. Я сейчас переворачиваюсь и... О, кто-то тут летит, но я все равно на авиабазе кручусь. Я думаю, что сейчас должен забрать. Ты смотри, ё-моё. А ну я сейчас оттуда полечу сразу. А завод. Если доберёшь, вообще будет супер. Думаю, что заберу. Как раз тут прицепился этот бот. Я на завод сразу. Капец, эти боты как летают. Последним надо было забрать, а он типа это. Пиздец. Они тупо все вместе летают, понимаешь, на любую точку. Капец, но не помогут, сейчас это будет жить. Посмотри на авиабазу, что там творится. Они все там тупо. Вот пиздец. Мне надо было чуть-чуть там добрать, а этот пришел, блядь. Ладно, я на угре полетел. 180 тачей, я не доберу. Там кто-то летит еще, двое там что-то, не знаю, это что. О! Еще полтинник забрать надо. Блядь. Тут их я забрал. Ну перезарядись, может. А, ему уже сыграл завод. Сейчас я его доберу уже. Давай я пошел на укреп на их. У нас вышел один игрок. Вот пидор, а. Ну и такое бывает. Ой-ой-ой, там завод, да? Там завод, сейчас заберу. Так быстро. Все, грозовую аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой, гора передо мной. Все, я на завод. Не, тут пиздец какой-то, блин. Да ебаный в рот разбился с таким. Так, Гарри, а ну сейчас мне туда что-то написал, тут сейчас пикнуть.
Блин, у нас один вышел, третий, второй не играет, ну это пиздец, ну. Кто там? Ну посмотри на этого 92-го, 10-92, ну что он сделал? Ну как можно 3000 набрать на 92-м? В 9-м левеле, да? Не знаю. Короче, давай бери девятку сейчас. Ребята, конечно, спрашивают, что происходит. Судя моя разговаривала с песней, блядь. Тоже бомбят, прям, блядь, охуеть. Он 20 апреля хочет, блядь, приезжал на Красный, другие ехать сюда, блядь, это самое. Ну, ты знаешь, вот Кирюха не говорил, блядь, он не обижается ни на кого. Ну, блядь, и вы не обижайтесь на меня, если кто-то мне что-то не так, это самое. Прости, родной, давай, не боли. Давай, выздоравливай, я рад, где тебя всегда видит, блядь. Я с Ватом. Его зовут Гарри, я сейчас двинем с ним, короче, и стрельну им на пазу. Сможешь без кода, давай заходи. Без проблем. А, нету. У тебя нету, так. Девяточки. Сейчас, да пацан вон он в Донецке живет, короче говоря. С осколком привезли, короче, только домой. Вот тебе пиздец. Вот жизнь идет. Так. Подожди, а то я сразу что-то как-то аж потерялся. Мне за своих пацанов тоже. Обидно, блядь. Нихуя себе. Вот так вот играешь, играешь, и не дай бог что-то случится. Гарри, ну давай, короче говоря, разочек. Я, наверное, уже все. Хорошо. Отдыхать. Я тоже. Уже хватит уже. Да, и он уже не первый раз, то у него стекла повылетали, а это его, говорит, в больницу, говорит, только привезли, говорит. Что, нам не может никого найти, да?